В общем, да, время уже... Время 11:05. Уже 06, наверное. Can I hear you? Yeah. Hey, what's up? Hey, yeah. Я уже добралась до моего МЗ, протеинных батончиков, потому что мы все стоим на улице, без всяких надежд на... Охлаждение внутри. Помойка как бы намекает. Да, я спасаюсь, оно все в порядке, я спасаюсь вот батончиком. Тут народ пытался петь. Пели-пели, перестали, потом опять пели, опять перестали. У меня уже даже флаг уже где-то вот висит. Маска где-то, не знаю, где-то валяется. Все уже, да, уже где-то в общем. В общем, никаких новостей. Опять слух прошел, что будет в 11:30, но это все старые слухи, ничего нового мы не знаем. В общем, да, вот так это все выглядит. Последние 3 часа, вот так и есть. Хочу вам рассказывать. Я купила футболку, потому что, в общем, тут все ходят, продавали футболки, и, в общем, просто тупо делать нечего, я решила купить. И на футболке сейчас вам покажу. Вот такие футболки. В общем, кто-то говорил, что они пиксельные, но они вроде нормальные, не особо пиксельные. Ну, 150 баксов, конечно, дороговато, но что делать уникальное. Да, тут мой сосед вот справа, чувак, пошутил про то, что надо менять с 10 числа на 11, то есть это уже не актуально, так вот это будет скоро на 11. Обычно отсутствие новостей хорошая новость, но не в данном случае. Буду есть дальше свой протеиновый батончик, иначе уже... У меня самолет в 6 утра. Ну, в общем, я боюсь уже на рейс как бы не опоздать в 6 утра. В общем, тут тоже мы шутим, что могла бы так долго не репетировать, потому что один черт это будет не очень. Хочу стараться репетировать на, ну, в общем, не знаю. Традиционистка. Вчера, говорят, она отрепетировала с 10 утра до 3 часов ночи. То есть для нее вот это время 11. Who cares? Поэтому, в общем, еще тоже предположить, что она уже может подустать к этому времени. И когда настанет время перформанса, она уже после такая отрепетировала, что такая... Окей. В общем, ладно. Новостей никаких. Ладно. До новых встреч.